все-таки, да? Мне очень обидно, что практически, так сказать, главным врагом Украины сделали Россию. Это абсолютно неправильно. И Россия совершенно не собирается никаким образом вредить большому соседу, с которым мы не только должны, мы обязаны дружить. И все обвинения против России как раз и вызывают такие сопротивления мощные, вплоть до отделения внутри. Поэтому надо искать какое-то руководство страны, мягкий компромисс, который даст возможность вернуться в Украине на место. И не хочу обсуждать, так сказать, бывшего президента, теперь уже абсолютно бывшего. Надеюсь, что выберут как раз настоящего, который даст возможность демократии в настоящих границах демократии навести какой-то порядок, хотя это очень трудная проблема. И мы увидим ту страну. Когда это будет, я не знаю. Сегодня, так сказать, пошли все в разнос. И ничего радостного от этого я не вижу. Я переживаю очень за каждого и погибшего, и за каждого раненого. И тот город Одесса, который мы так все любили, и когда я вижу, как эти количество трупов и вообще мутную историю, как они сгорели заживо, то страшнее, наверное, этого нет. Поэтому я хочу только мир, и чтобы люди, так сказать, жили с миром.